Городской репортаж. На стадионе «Орион» состоялся матч 1/16 финала Кубка России по футболу среди футбольных команд 3-го дивизиона. Встречались команды «Олимп Скопак» городского округа «Железнодорожный» и футбольный клуб «Старс» Коломенский район. Перед началом матча нам удалось пообщаться с главными тренерами команд. О «Старсе» рассказал главный тренер Александр Ерастов. У нас команда молодая, уже она два года ей. В 2011 году она только образовалась, сыграли на Московскую, потом в том году в группе «Б». Ну а сейчас вот удостоились чести в группе «А» играть. Итоги этой встречи каковы? Итоги? Игра покажет. Так что это футбол, и ничего нельзя загадывать. Сегодня один лучше сыграть, завтра другой, послезавтра третий. Так что любой может выстрелить, так что и забить, и так сказать, ход игры поменять. Футбольное поле, мнение ваше? Это, конечно, впечатляет. Новый стадион прекрасный, вообще отлично все сделано. Там и запасное поле, и дворец здесь, и все комплексы вообще отличные. Побольше таких. И нам в Коломне. Главный тренер команды нашего города Алексей Соколов с удовольствием ответил на вопросы. В декабре месяце уже стали формироваться. С января по апрель играли товарищеские игры, готовились. Сейчас уже прошло 4 тура, 4 победы. И сегодня вот у нас 1/16 Кубка России. Поэтому хотим и в Кубке одержать победу. А какие шансы вот на победу в этой игре у команды? До игры шансы у всех равны, 50-50. Поэтому, футбол покажет, игра, кто сильнее и лучше. Но хотим победить мы. Я думаю, что надо создать, она пока создается, чтобы команда была звезда, и чтобы не было слабых мест. Поэтому над этим работаем. Нам удалось найти главного болельщика команды «Олимп Скопа». Это глава города Евгений Жирков. Евгений Иванович, как вам игра нашей команды? Пока складывается вроде бы. Но на самом деле так ровно все происходит. Вроде бы и наше преимущество. Но гол мы тоже пропустили. Надеюсь, во втором сможем как-то дожать соперника. А на ваш взгляд, насколько профессионально играют соперники? Я считаю, хорошая, красивая такая игра. И коломенские ребята тоже, в общем-то, не уступают. Но наши посильнее выглядят. Последний вопрос. Кто победит? Как всегда, дружба, спорт. Нас ли серьезно, хотелось бы, чтобы наши победили. Конечно, хотелось. Закончился матч со счетом 3-1 в пользу футболистов «Олимп Скопа» «Железнодорожный». Вера Безгина, Валерий Сахнов, Виктор Демин, РТВ Подмосковье, город «Железнодорожный». Городской репортаж.